Всем доброго времени суток. Сейчас мы сделаем розыгрыш татуажа, который все так ждут, пишут гневные комментарии. Вот этой женщине я советую выпить валерьяночки, потому что уже обманули 100%. Все плохие, я хороша. В общем, не хочу о грустном. Да, к сожалению, пришлось сделать розыгрыш немного позже. Но ничего страшного. Те 146 человек, которые дождались, то кого-то, кто-то из них выиграет этот приз. Интересно, Светлана-то удалила репост уже? Нет, ждет. Ждет и пишет гневные комментарии. Светлана, сообщаю для вас персонально, что если сейчас приложение рандом выберет вашу страничку, делать вам никто ничего уже не будет бесплатно, потому что, во-первых, мы и так это бесплатно проводим. Во-вторых, вы такие комментарии писали, что видеть вас будет лично уже неприятно, к сожалению. Сожалею об этом, что вы не были в настроении в те моменты и писали такие комментарии. Читать их было крайне неприятно. Никого никогда ни моя, ни группа Анастасии не обманывала. Всегда мы делали честные розыгрыши. Итак, вот 143 участника, которые сделали репост. 46 просто тут какие-то из них мы. Нажимаем «Выбрать победителя». И, соответственно, смотрим, фейковая страничка или нет, есть ли живые фотографии. Если по всем критериям страничка подходит, человек забирает свой приз. Николь Разумовская, если правильно прочитал. Итак, Николь, смотрим фотографии. Страничка довольно-таки живая. То есть фотографии человека есть. Человек из Казани, судя по фотографиям, на которых присутствует. 9 февраля был репост. В онлайне была. Сейчас проверим, состоит ли Николь в группе. Интересно, на самом деле или... Ой. На самом деле или так зовут девушку? Это что ж такое-то? Да, в группе она участвует. Так что Николь забирает свой приз. Всем спасибо за ожидание. Следующий розыгрыш будет буквально на днях. Ждите этот розыгрыш. Постараемся больше не делать таких задержек. Так что всем пока, приятного дня. Спасибо всем за участие. Поздравляю победительницу.